И к новостям. Аким области Ералы Тугжанов провел встречу с генеральным директором итальянской энергетической компании Eni Plenitude Стефано Губерти. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. В Казахстане действует дочерняя компания Armwind, которая построила и осуществляет эксплуатацию двух ветровых электростанций в Актюбинской области. Бадамша-1 и Бадамша-2 общей мощностью 96 мегаватт. Ветровые турбины станции Бадамша-2 являются крупнейшими в Казахстане как по размеру, так и по мощности. Планируется, что они будут обеспечивать годовую выработку электроэнергии до 200 гигаватт-часов, что эквивалентно потреблению энергии примерно 37 тысячами домов. Ералы Тугжанов презентовал инвестиционные возможности региона, подчеркнув, что готов всесторонне поддержать все проекты в данном направлении.